В этом году в России начала работу программа по благоустройству городов и повышению качества городской среды. Якутск активно в ней участвует. Как идут работы по этому направлению, проверил глава города Айсен Николаев. В ходе рейда по проверке санитарного состояния столицы республики он также встретился с жителями Центрального округа. На встрече обсудили вопросы комплексного благоустройства дома по проспекту Ленина 7/2. Подробности далее. В доме по проспекту Ленина 7/2 капитальный ремонт начали с прошлого года. По итогам ремонтных работ поступили замечания со стороны жителей. Поэтому в этом году представители фонда проведут с ними отдельную встречу и обсудят ход работы. Двор у нас будет делаться, внутриквартальные проезды. Я думаю, что это вот как раз будет качественное изменение городской среды. И, конечно же, это повышение качества жизни наших горожан. Поэтому это будет не только здесь, конечно, на Ленина 7/2, но и во многих других уголках нашего города. Возле близстоящего дома номер 7 отсутствует асфальт. Сквер и детская площадка нуждаются в реконструкции. Жители хотят решить вопрос по сносу старых гаражей и кладовок, находящихся во дворе. Также указали о необходимости переноса санитарной точки. Нас очень это беспокоит, потому что у нас что с одной стороны, что с другой стороны, значит, не пройти, не проехать. Но вот мэр города Якутска пообещал на собрании о том, что все это будет комплексно решаться. Далее Айсен Сергеевич обследовал строящиеся объекты, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья и детей-сирот. Первым пунктом проверки стал 9-этажный жилой дом на улице Школьная в поселке Газовиков. Строительство объекта идет с некоторым отставанием от графика. Далее он проверил готовность жилого многоквартирного дома на улице Бабушкина. Дом по программе переселенцев из аварийного жилого фонда и для детей-сирот, он практически уже завершен. Сейчас в ближайшую неделю будет уже итоговая проверка ГАСН. Я надеюсь, что уже будут подписаны все документы и дом этот будет сдан. Также мэр города проверил санитарное состояние ограждений прилегающих территорий частных домов в наиболее проблемных районах, таких как 17-й квартал, промышленный округ и район ГРЭС. В этом году объемы наледей значительно сократились. Это связано с тем, что в городе активно идет работа по сносу аварийных домов, которые и были источниками возникновения аварий. По итогам контрольного объезда мэр отметил, что работа по санитарной очистке Якутска идет успешно. Саргалана Федорова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.